Бронзовые призеры национального первенства Франции текущего сезона, они так же, как и большинство их предшественников в обязательном танце, дебютируют на чемпионате Европы. Пара стала выступать вместе в этом составе в 2007 году, но у них, в отличие от выступавших до того спортсменов, очень неплохой, ну, для их уровня, естественно, лучший результат за обязательный танец установлен, кстати, уже в этом году, 29,64 балла, так что если пара прокатает на собственный уровень, французы должны стать лидерами после обязательного танца. Партнеры вместе они катаются с 2007 года. Бенуа Ришо, француз, родился в Авиньоне, проживает в Лионе, так же, как и его партнерша. Ну вот, партнерша выступала за сборную команду Канады, принимала участие в соревнованиях спортивных пар на международном уровне, в том числе до 2005 года, но по возрасту, естественно, выше юниорских соревнований она не пробивалась. 1990 года рождения Тера Финдли, ей 18 лет, Бенуа Ришо 21, и, кстати, уже исполнился 21 год, 16 января отпраздновал совершеннолетие, как это принято за границей, Бенуа Ришо. И, видимо, сейчас очень хочет спортсмен сделать себе подарок к минувшему дню рождения. Всего лишь несколько дней назад ему исполнился 21 год. И чем-то он, видимо, так покорил партнершу, что она перебралась во Францию и сменила не только место жительства, не только партнера, но еще и вид фигурного катания. Из спортивных пар перебралась в танцевальное катание. Дебютируют на международных соревнованиях эти спортсмены. А лучший результат в обязательном танце они показали 2 октября 2008 года, 29,64 балла. Но сейчас не впечатлило выступление Финдли и Ришо. Жюри всего лишь 23,56, всего лишь, говорю, для них. И они не сумели опередить Кейтлин Меллори и Кристиана Ранда, которые по-прежнему находятся среди лидеров.